это директор детской музыкальной школы искусств номер 10 имени Евгения Александровича Глебова города Минска, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Тамара Артемовна Куницкая. Спасибо. Низкий поклон всем, кто находится в этом зале. Спасибо вам, что вы с нами, дорогие наши родители, дорогие гости, почетные гости. Такое сегодня было начало. Спасибо вам огромное. Вы внесли такую щемящую ноту всего, что вы сделали. Это для того, чтобы вот эти детки пели. Для того, чтобы звучала музыкальная школа. Так все трогательно. Мы сегодня и десятилетие этот год весь учебный отмечаем. Вы знаете, много прошло концертов. Они у нас масштабные, колоссальные. Оркестры, хоровые коллективы, ансамбли большие, солисты международных и республиканских конкурсов, и дети, и учащиеся, которых у нас 900 в школе, в этом уютном зале, в этом необыкновенно трогательном зрителе, при вас, дорогие. Спасибо вам, что вы с нами сегодня. Деды наши, деды, вам спасибо за победу. Как сказал с самого начала председатель этого ветеранов, клуба ветеранов, атаманов, Георгий Петрович. Думаю, Ромочество запомнила. Что действительно этот год, год исторической памяти. Нам есть всем о чем думать, о чем вспоминать и радоваться тому, что солнце светит, что наше государство беспокоится о нас, насколько трогательно и серьезно наш президент Александр Григорьевич Лукашенко заботится о наших детках. Сколько внимания, ведь школа оплачивает город, республика, 90% всей оплаты, и только 10% оплачивают родители. Это забота государства. Для того, чтобы дети получали образование и такое воспитание, которое вы, преданные родители, даете, за это мы вас любим, уважаем, и детки на всю жизнь. На всю жизнь, дорогие родители, будут вам благодарны, потому что это образование, которое вы им отдаете, и свое время, и свои силы, оно не пройдет даром. Обязательно оно оставит в детях вкус, стиль, краски жизни, и это останется в памяти, и это создастся тот образ человека, с которым вам же и общаться всю жизнь, и весь, так сказать, город, республика, страна будут радоваться, что есть такие золотые дети, которые здесь сейчас на сцене, которые были на сцене, и которые есть у нас в школе, и вообще в нашем городе, в нашей стране. Значит, может звучать музыкальная школа, и могут звенеть радостью детские голоса. Спасибо всем. Приходите к нам. Я счастлива, что за эти годы, за 50 лет работы нашей школы, в которой мне довелось работать все 50 лет, вы знаете, что сложился такой коллектив, который высоко профессиональный. Вы увидели и услышали, сколько у нас молодежи, сколько у нас профессиональных, высокопрофессиональных, творческих людей разного возраста. И вот этот сплав дает нам эти результаты,
которые идут из поколения в поколение. Вы слышали, как сегодня поют дети, с какими акцентами, нюансами играют, как сегодня мальчик свое произведение, потому что у нас класс композиции, это и слова, и музыка его, как он пел о родине, о стране, и как сегодня детки говорят: поклон вам, дорогие наши ветераны. Спасибо, что вы выбрали время и что вы сегодня пришли. Спасибо. Дорогие педагоги, спасибо вам огромное за подготовку, за все эти концерты, которые прошли у нас невероятно стремительно. Вот уже учебный год подошел к финалу. У нас еще впереди еще там есть два концерта. Уже, кажется, не сосчитать, сколько вообще всего этого произошло, но никакого душевного выгорания, а только радость от того, что происходит, от того, что звучит, от того, что бегают пальчики у наших деток и горят глазки. Спасибо всем!